А, нарезала. Я сама не поняла, про что вы вообще. Я сперва чуть-чуть не догнала. Солнце такое очень опасное. Знаете, я вроде бы загорела, а лицо у меня все равно может сгореть. Ага, в комментариях. Это вы еще, знаете, не читали мой директ. Я когда читаю свой директ, мне становится порой страшно за свою психику. Вдруг мой маленький детский организм не выдержит того стресса, который я получаю, увиденное вообще моими глазами потом. Мне снятся ужасы. Мне просто снятся ужасы какие-то. Блин, знаете, у нас сегодня столько алкашки отжали. Мы взяли про запас, думая, что здесь неудобно это все дело покупать. Ну и взяли всякие свои любимые напиточки. А тут всего лишь-то 1 литрик нарыло. А это что это такое, 1 литрик? Это на 2 дня удовольствие. Что это такое вообще? Хорошо, у меня Айкос не заметили. Прикиньте, вот реально, тут же вообще на кальяны, на все вот это запрет стоит. И я каким-то образом получила его протащить. Если бы у меня еще Айкос мой забрали новый, я бы очень, наверное, блин, померла бы со стресса. Смотрите, какой пушок на спине. Привет. Блин, так вкусно сейчас пообедала. Точнее, это был мой завтрак, перетекающий в обед. Мне было очень вкусно, я ела сибас. Рада за Бузову, а чем мне за нее радоваться? Я вообще как-то за ее личной жизнью не слежу особо. Половую, не совсем красивую сосисочку вот такого размера, блин, с мотнёй больше, чем вообще само все оборудование там. И они какую ответку ждут от девушек, что я увижу вот этот вот миллиметр неудачи и просто ошибку природы волосатую. И скажу, боже мой, вот это... Мне кажется, можно будет скоро открыть рубрику... Стрёмные письки. Я понимаю, когда у тебя там болт нормальный, есть чем гордиться по жизни. Ну, когда вот это вот скидывают. Не знаю, может быть, какой-то психологический стресс у людей, черт его знает. Эти люди разные, конечно. Самокритика у всех тоже разная. Да я иногда, слушайте, когда у меня хорошее настроение, я иногда ха-ха ловлю, я отвечаю. Я, знаете, я скидываю типа сиськи висячие какие-нибудь, или там какую-нибудь пизду. Пизду бабки какой-нибудь. Микрочлен, да, червячок. Не, знаете, я называю это корнишончик. Вялый корнишон, завялый. А вы, мужики, иногда, конечно, меня поражаете. Я обратно 14-го. Движухи. Чтобы вы понимали, в 100 километрах от самого нормального, всех нормальных вообще тут мест. Не знаю, конечно, дай бог, что мы... Не, в любом случае мы выберемся за территорию отеля, но я думаю, надеюсь, что мы все-таки доедем до Бережничка.
Ой, мне кто-то написал.